У вівторок, 12 квітня, в офісі ЧАЕС відбулася зустріч адміністрації станції з персоналом, який повернувся з другої по тривалості 20-денної зміни. Коли перша зміна, яку ви пішли, вірніше, третя зміна, яку ви поїхали на ротацію, ми їх також збирали, всі зібрались, говоримо, от ви герої, вони кажуть, ні, це ті, хто... Ми-то, кажуть, тут случайно оказались під окупацією. Мы-то ехали на 12 часов, а вот те, кто пошел нам на смену, вот те вот настоящие герои. Потому что они знали, куда идут. И это да, в чем-то правда. Всем вам еще раз большое спасибо, что вы в такой трудный момент решились и поехали на ротацию. И так получилось, что хотели вас забрать пораньше, но получилось так, как получилось. Ну, все равно раньше, чем ту третью смену следующих, кто поехал еще на ротацию, надеюсь, заберем и того раньше. То есть и будем потихоньку, ну, через 12 часов, но все равно менять пораньше как-то. Поэтому еще раз вам всем спасибо. Поверьте, за 35 лет, которые я на этой станции уже работаю, даже в самом кошмарном сне такое не могло присниться, что такое вообще, в принципе, может произойти. Ну, с другой стороны, когда вот так, конечно, не на две недели, а просто приехал за полтора месяца на станцию с Валерием Александровичем, ну, чувства, которые испытал, наверное, их словами трудно передать. А еще когда и по громкой объявили некоторые начальники смены станции, ну, тут вообще. Поэтому, да... Внимание на блочном, да? Хорошо. Поэтому еще раз большое спасибо. Ну, хочется надеяться, что, да, все-таки мы потихоньку, но выйдем на нормальные рельсы жизни, в том числе и работы. К сожалению, ни сегодня, ни завтра, но я думаю, выйдем. Что меня порадовало в эти дни, ту вахту, эту вахту, насколько все-таки персонал у нас такой, знаете, очень... На самой знаменитой станции мира, на самой опасной станции мира до сих пор все соблюдали санитарно-пропускной режим, режим индивидуального дозиметрического контроля. Все вот такие были правильными, вот прям, не знаю, я такой, когда видел фотографии, когда общался с людьми, для меня это было таким, я помню, 86-й, я еще... дозиметристом тогда был, и там было примерно такое же. Все люди были, всем было, как бы, вроде бы можно было на военное то время списать, что угодно. И сейчас это еще проще было. И то, что вы делали, я горжусь вами, горжусь, что с вами работаю, горжусь тем, что вы делали даже в таких непростых, экстремальных условиях. Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Мы смена, мы просто делали свою работу. Если мы не сменим предыдущую смену, кто придет менять нас? А вот кому большое спасибо хочу сказать, это нашим женщинам, нашим девушкам. Что они пережили за время оккупации, знают только они. Но даже в этих суровых условиях они не только нас хорошо кормили, но помогали нам и морально во многом. Они, понимаете, они нас, как бы это сказать правильно, мотивировали, они нас успокаивали. Поэтому большое вам спасибо. Без вас было бы очень тяжело, поверьте. Спасибо всем, кто поехал вместе со мной на вторую смену. Все достойно себя вели. Большое спасибо. О том, что мы там делали, наверное, в телевидении везде все рассказывали, поэтому повторять я не буду. Большое спасибо, кстати, Сосновому Жене. Если бы не он, поднятие флага. Все-таки хорошо иметь в смене человека, который умеет петь. Жалко, да. Да. А, да, он остался, кстати. Вот. Теперь о героизме. Радио работало у нас, причем украинское радио, несмотря ни на что. И там, это слова не мои, прозвучала фраза. Героев не бывает, героев придумывает. Но все-таки героизм – это нормальное состояние человека. Большое вам спасибо. Коллеги, хочу индивидуальное спасибо сказать второй смене, которая нас сменила, все. Я этому очень рад, и мы сработались, все. И мне даже меньше нужно было прилагать усилий для того, чтобы настроить работу дальнейшую. Я думал, будет сложнее.
но мы сразу сработались, и все пошло хорошо. Я отдельное хочу сказать спасибо тем, сколько у нас, 9 или 11 человек осталось с первой смены? 13. Всем им еще огромное спасибо, что они прошли этот путь вместе с нами. Мне было очень приятно, мне не нужно было новых инструктажей проводить. Все, уже работа была налажена, все, и благодаря этому и моральное состояние коллектива, и всего вновь прибывших уже им донесли устоявшиеся правила, и все. Ну, так, спасибо особенно громадное тем, кто оставался и пронес это две смены. Так что вот так. Ну, а девочкам, конечно, отдельное спасибо, что первой смене, что второй, да, это была поддержка. И это, как сказать, каждый же на своем рабочем месте, но когда они приходят в столовую, это не только принятие пищи, а это общение с коллегами и со всем. И девочкам за это большое спасибо. Действительно, от коллектива большое спасибо. И все это было сказано. Замечу только, что действительно за всех, кто остались на смене, наверное, не так вы там переживали за те события, которые там были. Не каждому в жизни выпало такое испытание увидеть, как твою родную работу захватывают. А ваша смена во многом еще и провожала оккупанта. Вы видели, как происходило мародерство. Это другой шок. Вот. А много переживало именно людей, которые остались здесь, ваши смены, семьи, ваши там, близкие и ваши коллеги. Поэтому, да, кстати, ну и через правком, конечно, это все проходило. Обращайтесь и в дальнейшем к нам. Дискуссионное решение приняло Совет молодежи. У нас буквально завтра состоится на площади акция в поддержку наших коллег на Запорожской станции, которые сейчас находятся под оккупацией. Так что в 5 вечера завтра приглашаю всех на площадь еще и попробовать записать им обращение туда. Ну, всем спасибо еще раз. Раді бачити вас всіх в місті Славутичі, в рідному місці, з якого ви виїхали на своє місце роботи, прийнявши рішення, як на мене, на моє переконання, досить таке відважне і героїчне, знаючи ті обставини, за яких вам придеться виконувати свої професійні обов'язки, ви все ж таки кожен для себе його прийняв і виконував той обов'язок, який вважав, що ви повинні були його обов'язково виконати. Звісно, що на моє переконання кожен думав про те, що буде завтрашній день, буде перемога, і дбав про безпеку не тільки об'єкту, але й про безпеку всієї нашої держави, яка переживає надзвичайно складний і трагічний період своєї історії, про безпеку, врешті-решт, всього європейського континенту, який міг постраждати через виникнення якихось надзвичайних ситуацій на об'єкті. Кожен населений пункт переживає свою історію, трагічну історію в цей період, у кого вона надзвичайно трагічна, вона супроводжується горами, великими стражданнями, смертями, каліцтвами. Славутич має свою історію, теж була, ми знаємо, переживали весь цей час, і також була дуже велика небезпека існування самого міста. Але тримаючись разом, виконуючи, кожен славучанин виконував ту роботу, на своєму місці, яку повинен був робити. Я надзвичайно вдячний всім славучанам і колективу Чорнобильська АЕС, вам особисто, зміні, яка забезпечувала експлуатацію об'єкту в період окупації і зайняття ворогом, окупантом безпосереднього об'єкту. Надзвичайно вдячний всім. І переконаний, що тільки разом, тільки тримаючись разом, тільки дбаючи про майбутнє, не тільки про теперішнє, а про майбутнє, ми зможемо досягти перемоги і все повернути життя наше, яке було в нашому Славутичі. Зробити його таким, щоб воно було ще краще, ніж довоєнний період. Тому дуже ще раз вдячний від всіх славучан вам за ваш, воістину, героїчний вчинок
І ще раз ми дуже раді бачити вас у нашому рідному місці. І в вашому теж. Адміністрація відповіла на деякі запитання. Найбільш болючим було питання про Національну гвардію, яких рашисти вивезли в невідомому напрямку. Дійсно, вся громада переживає за хлопців, але дещо різниця є там в статусі, якщо можна так говорити, в статусі, якщо колектив був фактично заручниками, то особовий склад Нацгвардії, які були із зброєю, вони вважаються військовополоненими. Всі необхідні подання, матеріали були і від міської влади, і Чорнобильська АЕС також працювали. Передані всі дані для того, щоб в процесі обміну був здійснений обмін. Ця ситуація відома не лише там в Славутичі, в державі, вона відома в усьому світі, і це вселяє надію, що обмін цей повинен відбутися, і сподіваюся на те, що будуть обміняні наші, буде здійснено обмін, і хлопці повернуться до свого міста.